Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям. Подвел итоги непростого 2020 года и обозначил наиболее важные направления дальнейшего развития региона. Обратил внимание на то, что Подмосковье будет ориентироваться на послания и поручения президента. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов отметил, что обращение губернатора представляет четкую и понятную программу действий. Власти сделают все, чтобы жители получили все выплаты и льготы, а экономика развивалась, чтобы росли доходы, подчеркнул глава муниципалитета.